Да, безусловно, интересно наблюдать, как реагируют федеральные СМИ, а в СМИ в России как в основном подконтрольные или следуют за политикой государства, так вот от полного молчания перешли к активному обсуждению этой темы. И совершенно очевидно, что власти отозвались на такой истинно народный призыв объявить траур. Есть ощущение, что власти до какой-то степени напуганы. Понятно, что в России контроль остается очень серьезный и, в общем, бояться нечего в прямом смысле, но общественная реакция на это событие, море критики, которое вылилось на местные власти, но если смотреть в социальных сетях, то и на национальные власти, на федеральные власти, наверняка должно их беспокоить. Больше всего нас беспокоит сообщение о том, что со свидетелей, с пострадавших, с тех, кого вызывают на опознание тел погибших, по сообщениям берут подписку о неразглашении. Но это уже выходит за рамки и разумного, и чего-то допустимого по человеческим меркам. Если есть такая обоснованная необходимость принимать такие меры, это одно. Но в данном случае, когда люди требуют информации, а власти идут привычным путем ее ограничивая, мы, конечно, крайне обеспокоены.